О, господи. Ладно, хоть в этом... Хоть в этом ролике был хоть какой-то смысл. Хотя, знаете, лучше бы его не было. Вот серьезно, я лучше бы дальше бежал и сражался бы с собачками. В этом хоть есть... Я не знаю, хоть что-то. Та же самая битва, что и была 5... А, нет, улиточки есть теперь. Хорошо, давайте улиточек замочим. Мистер Кроулер! Мочи мистеров Кроулеров! Так, не нужен медик. Хопа, ядом заразили. Ну, по стандартной схеме. Переключаем команду на дуал кастинг, короче. Ну как это там, Slash and Burn называется. Вот и все. Теперь на команду обратно. Я не заметил, что его бьют. А, все, он подлечился, можно обратно переключаться. Кнопочка X, извини! Извини! Извини, я тебе потом, не знаю, маслицем помажу каким-нибудь. Для массажа. Я тебе обмассажирую твои краешки. Я спас Хоупа. Ну или спасла Хоупа, неважно. Я спасла Хоупа. Я круто. Ну и что, что меня потом посадят, как Пусси Райот? Пусири. Почему-то кто-то говорит пусириот. Как будто это одно слово. Знаете, надо слово придумать нарицательное. Пусириот. Называть идиотов всяких таким словом. А, у этого красненькое яйцо. Преимущественный удар. Окей, давайте забьем его. Так, надо не упускать момент и заюзать технику на нем. Либру. Че, у него уполовиненный урон от молнии и уязвимость к огню. И что он представляет себе такого страшного? Или меня решили с одним врагом познакомить таким образом? Я ему 1000 хп отнял. Хотя может... Ну да, это из-за преимущественного удара, естественно. О! Новое оружие? Для кого оно хоть? Для меня! Но такое отстой, если честно. У этого сила 37 и магия 19. У этого сила 8 и магия 20. У этого еще и critical shield есть. Shield! Хотя, я не знаю, давайте хоть... Ну, не знаю, прикоримся. Сила 120, магия 92. Сила сразу вниз. Магия чуть выше, но... Зачем? Да? Идем дальше. Продам потом этот предмет. Пока ничего не появится лучше вот этого гладиуса, который у меня есть, то я не вижу смысла менять оружие. А почему он сейчас на меня обратил внимание? Что за... Что за нахер? Улиточки! Так, сначала улиточек мочим. Мистер Кроулером! Мы под жопу надаем! А потом... Внимание на Барби Спектра обрати! Так, долкастинг нужен. Видите, у него полоска не появляется, так что надо сначала командосом подмочить. Еще что ли? Давайте еще разок попробуем. Тут надо, видите, еще и таймик выбирать, когда твой напарник начинает кидаться, и в этот момент еще и самому начинать стрелять различными скиллами и прочим. Меня сейчас, я могу и сдохнуть, конечно, но я, наверное, успею его добить. Окей. Это из-за того, что хп много убавилось, и я не подлечил себя. Наверное, из-за этого меньше поставили рейтинг.
Подождите, у меня кристаллиум-то сколько-то... Надо качаться с ручником. Так, что у нас здесь? Что мы здесь расширяем в кристаллиуме? Так, подождите, а... Синергист-то у меня улучшен, да, до конца? А поэтому улучшаем ревейджера. Так, Фирсифон. ХП. А, стойте, 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 медик. Медик, надо ему медиков качнуть хотя бы один уровень, потому что там ХП есть. Чтобы он мне не подыхал. Или это, или я уже вкачал. Вот ж твою мать. Я потому что я не вкачал в прошлый раз. Ну ладно, здесь ХП тоже есть. Силу уж не буду качать. Так, дальше ревейджер продолжаем качать. Это что такое? Quake. Наносит... Ну, в смысле, землетрясение. Наносит... Как это правильно назвать? Как-то... Это слово есть какое-то такое... не земной урон, а как-то... не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как это назвать правильным словом? Я... Элементальный урон. Нет, не элементальный. Как это называется? Носит, в общем, урон. Земной урон, скажем так. Земельный урон по цели широкого радиуса и расширяет тем самым цепной бонус. Все. Дальше качать нечего. Так что оставляем этот CP. Хотя, подождите, может... Так, подождите, посмотрю сейчас, сколько надо вбить сюда. Так, 120 плюс 130, 250 у меня есть. У меня не хватит, так что можно даже не париться для того, чтобы вкачать следующий ХП. Все остальное мне здесь не нужно, в принципе, никаких плюсов не даст. Дальше. Команда полностью улучшен. ХП полный, вот смотрите, видите, ХП полностью. Медик, так, здесь что? Так, вот здесь надо ХП вкачать. А, это я как раз здесь вот ХП не вкачивал. Все, то есть это все, что можно у него вкачать? У медика? Спасибо, говнюк на улице, ездящий на пердящей машине. Ты улучшил мое прохождение, кусок говна. Я просто промолчал на этом моменте. Вы уж меня извините, я не могу контролировать людей на улице, это невозможно. Так. Огненный демак. Ну, все равно расширять уже некуда. Все, что можно, вкачал медик. У меня на максимуме. Команда у меня на максимуме. Так. Ну и все, продолжаем дальше. Ох, ты ж сублюдок, а! Так, это фекальный бегемот. А, у него уязвимость к воде. А у меня вода есть? Да, у меня вода есть. Как раз таки у меня вода и есть. Yeah. Так, давайте переключимся на команды, посмотрим, сколько я ему урона сейчас нанесу тогда. Ауч. Нет, в этом случае я наношу ему урона больше. Пока он не опустился, ему нельзя было урона нанести. Вау. Не-н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 е, не этот. Не этот, вот этот. Впереди ему перепутал. Ауч, вот это запуск. Хорошо, что Кюр сразу стоял. Так, лучше пока что не отключаться. А то он как херанет свои. Ауч.
Но здесь я уже не получу никаких 5 звезд и 4, тем более. Больно ж ты, ублюдок! Хорошо, переключаемся назад на Slash and Burn. Вот скажите, как мне на это было реагировать? Вот кто-нибудь мне ответьте на этот простой вопрос. Как мне на это было реагировать? У меня было почти полное ХП, и он мне снес одним ударом все ХП. Что за идиотизм? Откуда мне знать, какие у него атаки? Вот это вот, допустим, хэв, да? Что оно делает? Я не знаю, я первый раз не заметил, как оно называется. Ну и как мне среагировать на это? О, господи. Я не знаю, какими мудаками надо быть, чтобы такое придумать. Что, давайте десептизоль, да? И фортизоль. Забежим его в задницу и отфигачим его в задницу, да. Надо было сразу просто ничего не делать, а сразу вот это и фигачить. Обычными атаками. А не дуалкастингом. Тем более, видите, у него сейчас полоска меньше снижается. Это, видимо, из-за одних из скиллов. Ну и у меня перезаряжается вот эта мера ATB быстрее. Из-за того, что я коснул на себя всяческого отстоя. Протизолем. Ну вот и все. Да, когда у меня фортизоль закончится, будет сложно. А где его достать, я не знаю. Я его в прошлый раз доставал в битвах, а сейчас у меня не приходит совсем. Эта битва когда-нибудь закончится вообще? Нет, битва, глава в смысле. Во, Magical Moments, может быть, здесь есть. Да вы что, серьезно, что ли? Я хочу сраный десептизоль и фортизоль. Ай. Хорошо, давайте попробуем проапгрейдить оружие. Например, вот это мое, да? А, да, оно немного даст. Сколько у меня их? 6. Это что такое? Улучшено. Ага. Еще и на дальнейшие расширения мне сделали бонус. Теперь бумеранг улучшим. А я не знаю, правда, тут, наверное, пофигу, что юзать, да? Так, это будет слишком много, так что один только фибер-оптический кабель. Это все заюзаем. Гироскопа мне сколько надо? Ну, больше 200, так что заюзаем. Так, осталось мне 26, да? Ну, походим с левелом 4. Что делать? А, надо еще оружие продать. А, или его может разложить? Так, сколько... Подождите, мне надо посмотреть, сколько у меня... Так, стойте. Сколько у меня... 25 зелий... Откуда? А, нет, имеется 8. Цена просто. На продажу 25, не туда посмотрел. Давайте еще 2 купим. Феникс Даун у меня есть? Да, аж 7 штук. Я, пожалуй... Оружие разложу, которое у меня есть. На части. Ну, в смысле, которое не ношу, да? Вот это. Радиал Беринг. Что это вообще такое? Радиал Беринг. Сейчас посмотрю, хоть что это значит из себя. Что это представляет из себя. Там было Виолов, Полимер. Вот здесь, вот это, Радиал Беринг. Всего 143 дает. А что там Виолов, Полимер, что-то было? А я вообще не вижу. Это, вернее, здесь? Так, стоять.
Здесь тоже ничего нету. А что мне дали-то? А вот полимер эмульшн. Почему-то я не видел в прошлый раз. В апгрейде. Может быть, я не знаю, может она недоступна? Да, надо засейвиться. Во-первых. А во-вторых, еще раз посмотреть. Да нет, 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 я случайно нажал. Да, я хочу отменить операцию сохранения, спасибо. Иди в жопу. Так, вот, Гладиус, допустим. Вот, полимер имущен. 112 всего дает, а нахрена она нужна? Так что валим отсюда. Валим, 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 валим. Ой, улиточки, здрасте. Какие вы опасные, просто капец. Let's get this over with. Я даже не знаю, что с вами делать. Ау, 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 ау. Какие вы склизкие и противные. Ну, просто капец. На, давай, покали, давай по жопе ей, давай, давай. И 5 звезд, ты обалдеть. Просто капец. Мне все равно всех убить надо, так что здесь от безысходности некуда деться. Так, сначала мочим спектра. Еще раз спектром мочим. Теперь переключаемся на дуалкастинг и тоже мочим спектра. Да, он сейчас застагерится просто. Я специально для стагера и делаю. Хотя он, я его быстрее убью. Так, все, переключаемся назад на команду. Продолжаем мочить. Мистер Би Кроулер, это был Кроулер Би. Почему нет Кроулера G? Кроулера L? Эй! Какого? Какого хрена? Срань моя, господня. Так, давайте подождем, пока он отвернется. Преимущественный удар. Опять фекальный бегемот. Он не обращает внимания на нас. Но я думаю, на этот раз мы его так быстро не убьем. Так что, ну хотя бы снимем больше хп, чем в прошлый раз. Чем в первый из прошлого раза. Чем в первую попытку из прошлого раза, во. Смотрите, у него, да, стагер медленнее падает, потому что я команда включила, у меня есть пассивный скилл, который снижает скорость понижения стагера у них. Чё, все что ли? Серьезно? Так что не надо с команды уходить, вот что. Вот что. А по-моему и у Хопа теперь есть этот... Годж... Я не знаю, как это назвать правильно. Годж, гадж, гадж... Что? ATB Годж. Мера ATB. Была группа такая ATB. Я, по-моему, она пела такие странные песенки. Да господи, серьезно, что ли? Опять враги? О, господи. Дайте мне босса замочить и уже закончим с этой главой. Мне надоели эти серо-синие локации некрасивые. О май гадабл. Вы что, серьезно? Давайте еще раз попробуем блицем. Блиц! Сказал бы Борис Крюк. Остается один игрок. Я буду мочить их блицем, потому что смотрите, как блицем они хорошо мочатся. И не надо никаких... Так, 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 она что-то хочет сделать, вон та херня. С какой-то спиновой атака спиной! Так, все понял, переключаемся на медика. И продолжаем тыкать кнопочку X. Переключаемся на дуалкастинг. Атака, снова атака спиной. Не знаю, что она ей дала, но ладно. Так. Сейчас лайтинг замочит, надо полечиться. Снова переключаемся на дуалкастинг. Кнопочка X, кнопочка X! Так, надеюсь, она меня не убьет. Нет, не убила. Снова на медика.
Себя подлечи тоже. Мочи засранца. А мы оба в еду. О, я задолбался кнопочку X тыкать, вы бы знали, просто капец, у меня рука уже болит. Это такой разнообразный геймплей просто. Знаете, Call of Duty отдыхает. Какой там Call of Duty, о чем вы? Маджонка отдыхает, косынка отдыхает. О, мой большой палец. О, как я задолбался нажимать-то. О. Может, не стоит так часто нажимать, как я нажимаю. Ну я просто, чтобы не упустить момент, знаете, каждая миллисекунда на счету. Опять тут улиточки. Ах ты, сукин крот. Херовы говнюки. It's a trap. Ну я думаю, что лучше кроулеров мочить сначала первыми, чтобы они хотя бы не мешались. Значит, хоть кого-нибудь замочить. Так, медика включим, чтобы он на всякий случай. Это все снова фекальный бегемот, да что ж такое-то? Так, может ты синергиста включишь? Давай засинергич нас по полной программе. Ау. Ему, наверное, больно было. Он теперь лечить его сейчас собирается, нет? Подлечил, молодец. Ну хорошо, что успел накастовать всякие синергии себе. Так, я в этот момент ревейджер. А, я думаю, что за херня? Есть, стагер. Стагер пошел и мочим. Давай. Хопчик, где ты? Надька, ну давай, не спи. Он продолжает его держать в воздухе. Нет, и бегемот ничего сделать не может. Вау, это атака круто. Она поднимает их в воздух, не дает ничего сделать. И 5 звезд. Но это был трап, да, трап. Я почувствовал немного себя Веркой Сердючкой. Ну или на концерте Верки Сердючки. Я надеюсь, здесь должно быть что-то классное, что-то... Да пошли вы в жопу, в самом деле. Нужно мне ваше Pregnant Oil этот, чертов. Заберите это беременное масло от меня, не буду я вам платить алименты. Сливочным маслом. Какую-то херню я несу, простите. What the fuck? Они друг друга бьют, смотрите. Так, я думал, лучше мочить бегемота. Серебряные лапки потом получит. Все-таки бегемот представляет какую-то опасность. Так, вот теперь оставим бегемота в покое и переключимся на серебряных клопков. Серебряного лобка Б не стало, серебряного лобка А. Колобок! А, все, они убили. Они убили бегемотика, как они посмели! Так, надо переключиться на медика, иначе хоп убью киром. А теперь на дул кассель. Мочим серебряный лобок С. Си, серебряный лобок Си, си, сеньор, си. Нет, здесь серебряный лобком не... Здесь не помогает дул кассель, надо мочить команду. Нет, я что-то начал жечь. Это плохо, это что-то значит плохое. Ну ты же знаешь эту местность, не я, что ты мне говоришь, что ты куда-то
А, кстати, может сюда можно подняться? Я боюсь идти сюда. Выбегай! Фекальный бегемот. Сначала мочим поддержку. Долкастинг. Быстрее. Так, надо медик переключаться с ручником. Потом я себе синергии поставлю. Себя лечи, идиот! Надеюсь, он себя подлечит. И не будет тупить. А вот теперь синергии включаем. Так, у меня же здесь команда синергии. Чё я туплю-то так? Нету? Вот есть. Вау. Так, мне нужно подлечиться. Еще лечи и себя тоже лечи. Сейчас он себя подлечит, я переключу на этот, на команды синергиста. Я правда не знаю, как называются все эти набор парадигм. Супер солджер. Универсальный солдат. Жан-Клод Ван Дам буду называть эту парадигму. Давай, 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 набирай, детка, набирай. Снова на. Сейчас он, правда, сейчас ему хэв замутит, и я буду в жопе. Или хив, я не знаю, как правильно назвать. Все, мочим его по полной программе. Теперь дуалкастинг. О-оу. Жопу дуалкастинг. War and Peace. Александр... Лев Николаевич был назвать этот набор парадигм. А теперь дуалкастинг. Вот теперь мы должны его зафигачить. Немножко ему осталось. Немножко ему жить осталось. Еее. Теперь переключаемся на команду Ревенджер и мочим его. Дамачиваем его. Я думаю, что все, ему не жить теперь. Он дольше падать не мог. О, господи, я лечу. О, гравитации не существует. 4 звезды. Fuck you, игра. Это было 5 звезд. Это просто было муа, маковка просто была. Это был такой охренительный пробег, что просто, я не знаю, Персик даже бы пожалел то, что он не маковка. Watchmen, Amulet. Watchmen говно. Ну или не говно, я не смотрел. И говорят, что это говно. Магические моменты. Это, видимо, потеря. Ладно, все. Потеря чего? Выбирайте сами. Что значит Critical Whale? Я не понимаю. Объясните, пожалуйста, кто играл. Что значит Critical? Это при критическом уроне будет наноситься за что-то? Или это когда у тебя будет критическое состояние здоровья? Что значит Critical? Вот этого я не понимаю. Эта глава когда-нибудь закончится? Нет, я уже часа два в нее играю. Мне надоело, серьезно. Она все еще не заканчивается. Господи. Это те же самые локации, что и прежде. Может, я не знаю, может, я по кругу бегу. Снова лифт. Не хочу. Дайте мне уже закончить эту главу. Надоело. Они дали, конечно, поменять героя, но это ничего не изменило. Надо срочно сохраниться.